Стать учителем – это моя мечта с детства, с первого класса. Куклы, мишки, зайчики, собачки – это мои первые ученики. Все вокруг знали, и родители, и школьные учителя, и мои друзья, что я стану учителем. Мечта сбылась. И я ни капли об этом не жалею, потому что учителем быть классно. Но это большая ответственность. И, если честно, иногда даже становится страшно, потому что человек есть то, что он впитывает в себя всю жизнь, особенно в детстве. И получается, что вот души детей в наших руках, и мы эти души растим. И получается, как бы это громко ни звучало, что от нас зависит будущее вот этой конкретно данной души ребенка. И для меня поэтому главное в образовании, в обучении – это воспитание. Потому что, да, я очень хочу дать много знаний, преподнести интересно, здорово, но человечность прежде всего…